Создавать молочные фермы предлагают отечественные производители. Из-за нехватки местного сырья они вынуждены его импортировать до 70%. Перспективы и проблемы отрасли обсудили в Туркестане. По данным участников первой международной конференции производителей молока, на рынке сложилась парадоксальная ситуация. Несмотря на ежегодный рост надоев, таких молочных продуктов, как сыр, творог, масло, производится недостаточно. Страна находится в продовольственной зависимости от импортных поставщиков, отмечают производители. Часть продукции производится из недорогого сухого молока, которое также завозится извне. Такое положение делает нерентабельным развитие молочных ферм. По мнению аграриев, между поставщиками и производителями не выстроена логистическая цепочка. В первую очередь нужно развивать переработку, нужно создавать кооперацию, объединять. Особенно кооперация важна здесь, на юге. То есть на юге, в горных регионах производство молока может быть именно поставлена структура кооперативная. Также необходимо развивать и крупнотоварное производство на севере Казахстана. И, естественно, нужно открывать новые технологические молочные заводы. Перед нами стоит задача по развитию молочно-товарных ферм. Для этого животноводам необходимо объединяться в кооперации. Проекты в этом направлении можно реализовать по программе АУЛ Аманата. Их продвижением мы займемся со следующего года. Нужно закупить холодильники, транспорт и другое оборудование для молочных ферм.